Всем доброго здравия. Интересно устроен этот мир. Парни, девушки, мужчины и женщины встречаются, влюбляются, создают семьи, рожают детей, а потом некоторые из них ссорятся, ругаются, разрывают отношения. По статистике, в России около 70% разводов. А ведь раньше эти мужчины и женщины считали, что созданы друг для друга, что не смогут жить друг без друга. Говорили друг другу, что мы две половинки, что мы родственные души, давали обеты верности. Но, пожив несколько лет вместе, оказалось, что мы разные, что не подходим друг другу, что нам лучше разойтись. Почему такое происходит? Почему вместо любви и радости некоторые мужчины и женщины причиняют друг другу боль и страдания? А причина этого банальна. Это отсутствие элементарного знания о мужской и женской природе. К сожалению, этому не учат в школах. Да и родители, как правило, не дают этих знаний своим детям, потому что сами порой не осознают всех тонкостей. Зато наши родители с детства учили нас правильно обращаться с огнем, с режущими предметами, учили плавать. И делали они это для того, чтобы наша взаимодействие с разными явлениями и энергиями этого мира было самым благоприятным. Но почему-то они забыли про две самые главные базовые энергии этого мира – мужскую и женскую. И не научили нас, как правильно взаимодействовать с противоположной энергией. Взаимодействовать так, чтобы это всем приносило счастье. Уважаемые мужчины и милые женщины, я приглашаю вас пройти мой видеокурс «Природа мужчины и женщины». На этом курсе вы сможете получить уникальные знания о мужской и женской природе, которые помогут вам в сотворении пространства любви, гармонии и красоты, в рождении и воспитании здоровых и счастливых детей для блага всего мира, а также в совместном движении по пути совершенства души и духа. На курсе вы узнаете о том, почему мужчину влечет к женщине и наоборот. В чем состоят отличия между природой мужчины и природой женщины. Какими качествами природа наделила мужчину и женщину и почему важно их проявлять. Я также расскажу о характеристиках мужской и женской энергии. Вы узнаете о том, как правильно выбирать себе жену или мужа, на что обращать внимание. Я расскажу об основных качествах мужской и женской природы и о том, как их развивать. Это то, без чего мужчина не может быть мужчиной, а женщина – женщиной. Также вы узнаете об особенностях проявления мужской и женской природы в современную эпоху. И также о том, как воспитать мужские и женские качества характера. Весь курс состоит из 5 видеоуроков. К каждому видеоуроку прилагаются рабочие материалы и домашние задания. Мужское и женское начало во Вселенной обладают разными качествами и выполняют разные функции и разные задачи. Но это вовсе не означает, что они должны бороться друг с другом. Борьба между мужчиной и женщиной начинается именно тогда, когда они забывают о своей истинной природе. Дорогие друзья, до встречи на курсе. Будьте здоровы и счастливы!